прочитала одну интересную цитату. Ну, давай. Я бы хотела ее сказать. Правда то, что лучшего момента, чтобы почувствовать себя счастливыми, не существует. Если не сейчас, то когда? И кажется, что жизнь вот-вот начнется. Настоящая жизнь. Но всегда стоит какая-то проблема. И, в общем-то, из этих проблем состоит наша жизнь. Счастье – это путь, а не судьба. Вау, бля. Давайте поаплодируем, Юля, это очень круто. Ребят, я предлагаю сейчас всем-всем закрыть глаза, представить нашу самую заветную мечту и полететь. Я думаю, что сейчас кто-то скажет, но я же не умею летать. Да? Но для нас, мечтателей, нет ничего невозможного. Итак, сейчас мы говорим о песне. Мы говорим человеку, который взлетит на наши глаза. Да. Точно. Скажи всем правду, ты правда летала? Да. Молодец.